اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, мы продолжаем наш урок, который мы начали разъяснять, что такое неверие, куфр и ее, на сколько частей она делится и на какие виды она делится. Об этом мы поговорили, иншаллах та'аля, сейчас мы будем говорить. Мы узнали, что такое куфр. Цель познания, цель изучения этого куфра, в первую очередь, что является? Остерегаться от этого куфра, чтобы сам не попал в этот куфр. Это первая цель изучения, что такое куфр. Вторая цель изучения, что такое куфр, для того, чтобы, когда человек попадает в куфр, чтобы сказать, он кафир. Это вторая цель. Первая, каждый мусульманин, фарзуль-айн, остерегаться от этого куфра. Вторая, определенные знающие люди, которые могут решить и сделать хукму на человеке, что он вышел из ислама. Они делают это. Если это нуждается в хукме, если это нуждается в решении суда, если это не нуждается в решении суда, это настолько ясно, как солнце среди белого дня, тогда каждый мусульманин обязан сделать такфир. Если этот вопрос ясный, как солнце среди белого дня, то есть никакого сомнения, никакого хиляфа в этом вопросе нету, то в этом случае каждый мусульманин обязан делать такфир. Тот, кто не сделал такфир такому человеку, который сделал такой ясный куфр, тот сам становится кафиром. Или даже если он сомневается, что он кафир, или что он сделал куфр, тот сам становится кафиром. Это, как мы сказали, ясных вещах, ясные, как солнце среди белого дня, в котором два человека между собой не будут спорить, что это куфр или не куфр. Сейчас мы, иншаллах та'аля, будем определенные правила такфира, когда делается такфир, когда не делается такфир, об этом говорит. Иншаллах та'аля, я прочитаю вам общие системы и правила Ахли Сунна валь Джамаа в этом вопросе, прочитаю с книги, чтобы потом не сказали, Абу Исхак от себя с хава что-то придумал, что он от себя это все придумывает. Вот книга, которую написал шейх Абдуллах ибн Абдул-Хамид аль-Асари, которому 20 ученых всего мира написали предусловие. Это правильная акида, правильные вещи он пишет здесь. И можно ее преподавать людям. То есть я от себя ничего не придумаю. Он написал, 20 ученых подтвердили, вот это то, что подтвердили, они, я читаю вам. من أصول عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة إذ أصنوا عقيدة أهل السنة والجماعة سلف الصالح أنهم لا يكفرون أحدا بعينه من المسلمين أني не обвиняют в неверии ни одного лично из мусульман ارتكب مكفرا который совершил грех который выводит человека из ислама Илля ба'да иқамати л-худжати. Кроме как после установления худжи над этим человеком. Худжа что означает? Доказательство. Аллати юкаффару тарикуха бихи. Какую худжу? Какое доказательство? Такое, что если будет тот человек отрицать эту худжу, тот становится кафиром. Фататаваффару шуруту. Должны присутствовать все условия. Ватантафи л-маваниу. Должны отсутствовать все препятствия. وَتَزُولُ الشُّبْهَةُ Должно уйти сомнение. عَنِ الْجَاهِلِ От невежды. وَالْمُتَأَوِّلِ И от того, кто толкует слова Всевышнего Аллаха или слова Пророка каким-то иным образом. وَمَعْلُومٌ أَنَّ ذَلِكَ يَكُونُ فِي الْأُمُورِ الْخَفِيَّةِ أَلَّتِي تَحْتَاجُ إِلَى كَشْفٍ وَبَيَانٍ И известно, что вот это правило, которое мы сказали, это относится к тем вопросам,
которые являются неясными, которые нуждаются в разъяснении, и в объяснении. بخلاف الأشياء الظاهرة, в отличие от ясных вещей, явных вещей, как я сказал, явные, как солнце среди белого дня. مثل جحد وجود الله تعالى. Обратите внимание, какие примеры он приводит на вопросы, которые ясные. Как отрицание существования Всевышнего Аллаха. Первый пример. Второй пример. وتكذيب الرسول. Отрицание пророка, посланника Аллаха Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Третий пример. وجحد عموم رسالته. Отрицание, что его послание было общее для всех людей, джиннов и людей до судного дня. وَخَتْمِهِ لِلنُّبُوَّةِ, отрицание, что он был последним из пророков. وَغَيْرِهَا مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي هِيَ مَعْلُومَةٌ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ, и другие из вопросов, которые являются известными от религии необходимым образом, что каждый человек знает это, маленький и большой, и женщина, и мужчина, и старец, и молодой. Любой человек знает. В таких вопросах, если человек отрицает или что-то делает, эти условия не нужны. А если есть вопросы, которые человека выводят из ислама, однако нуждаются в разъяснении ему, то в этом случае что он сказал? Нуждается, чтобы довели до него худжу, которую, если человек будет отрицать, становится кафиром. Все условия должны присутствовать. Все препятствия должны отсутствовать. Шубха, сомнение у него, которое в голове, должно уйти. От кого? От джахиля, то есть невежды, валь мутаауиля, и от того человека, который толкует тексты Корана или Сунны иным образом. То есть это все условия должны присутствовать, прежде чем вынести такфир. Это кого касается? Какого такфира? Такфируль муайян. То есть обвинение личного, личности, определенной личности в неверии. Что этот человек вышел из ислама. Что его кровь стала халялем, его имущество стало халялем и так далее. وَلَا يُكَفِّرُونَ الْمُكْرَهَ إِذَا كَانَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنًّا بِالْإِمَانِ. И они не обвиняют в неверии того человека, которого принудили сказать слово куфра, если его сердце было спокойно на имане. بَلَا يُكَفِّرُونَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِكُلِّ ذَمْ. За каждый грех они не обвиняют человека в неверии. وَلَوْ كَانَ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ, даже если это будет из тяжких грехов, أَلَّتِي هِيَ دُونَ الشِّرْكِ, которые не доходят до ширка. فَهُمْ لَا يَحْكُمُونَ عَلَى مُرْتَكِبِهَا بِالْكُفْرِ, они не обвиняют, то есть они не выносят решение на того человека, который совершил эти грехи, что он стал неверным. وَإِنَّمَا يَحْكُمُونَ عَلَيْهِ بِالْفِسْقِ وَنَقْصِ الْإِيمَانِ مَا لَمْ يَسْتَحِلَّ ذَنْبَهُ. А на самом деле Ахлю Сунна валь Джамаа делают решение, что этот человек является грешником, у которого иман ослабел, пока он не будет считать дозволенным совершить этот грех. То, что человек совершает большой грех, например, выпивает спиртное, это одно. А если он считает это халялем, дозволенным, это другое. Этим человек выходит из ислама. وَإِذَا مَاتَ الْعَبْدُ عَلَى ذَنْبٍ دُونَ الشِّرْكِ لَمْ يَسْتَحِلَّهُ. Если человек умирает на грехе, который не доходит до ширка, и он не считал его дозволенным, فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى, его положение к Аллаху мы оставляем. إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ, если Аллах захочет, он накажет его, если Аллах захочет, он простит ему. خِلَافًا لِلْفِرَقِ الضَّالَّةِ, в отличие от заблудших сект, أَلَّتِي تَحْكُمُ عَلَى مُرْتَكِبِ الْكَبِيرَةِ بِالْكُفْرِ, которые считают тот человек, который совершил тяжкий грех, что он кафир, ау биль манзилати байна аль манзилатайн, или местоположение между двумя положениями. То есть между куфром и иманом у них есть еще одно положение, в котором он находится ни туда, ни сюда. Это акида является мутазилитов. Подобная акида есть у некоторых наших братьев. Это я сейчас от себя говорю, это мое примечание. Некоторые из наших братьев есть, которые говорят, определенные люди не являются кафирами. То есть они такфир не выносят этим людям. Вот смотри, очень тонкий момент. Они не являются кафирами. Также они их не считают мусульманами тоже. Это чья акида? Мутазилитов акида. Акида мутазилитов. Если они считали бы
его кафиром, то мы сказали бы, он такфир вынести, все. А он говорит, он не кафир тоже, не может такфир вынести, пока худжу не донесли. Также он говорит, он не мусульманин тоже. Его мусульманом назвать тоже не хочет. И этим он попадает под акидой мутазилитов. Это те люди, которые отрицают на меня, когда я говорю, что суфисты заблудшие братья. Я, ахи, вот просто справедливо рассуждай. Если ты справедливый человек, если у тебя есть разум. Я говорю, что этот суфист, даже если он попал в какой-то вопрос ширка, я должен до того, как ему такфир вынести, ему до него худжу донести. И его шубха увести, разъяснить ему это все. После этого, если он таубу не сделает, я говорю, что он мушрик. То есть до того, как это сделать, я говорю, что он мусульманин. Пока я ему такфир не сделал, он кем бывает? Он мусульманин бывает. То есть я пока не сказал, что он кафир, для меня, если он не кафир, значит он мусульманин даже. Если он мусульманин, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что говорит? Аль-муслиму ахуль муслим. Мусульманин брат мусульманин говорит даже. Аллах в Коране говорит, иннама аль-муминуна ихва. Поистине верующие братья говорит. Если я ему такфир не вынес, значит я его считаю мусульманином. А если он мусульманин, значит он мой брат. Вот то, что я имею в виду. А на самом деле, Ибн Таймия говорит, единогласное мнение уммы, что он даль, что он заблудший. Там нету сомнения. Что он заблудший, нету сомнения, потому что он делает бида, как минимум. А для того, чтобы ему вынести такфир, нужно донести худжу. Если у него есть шубха, надо ему это разъяснить. Пока мы это не сделали, мы считаем его мусульманином. А пока он мусульманин, он брат. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, мусульманин, мусульманин, брат. Некоторые люди взяли, как будто я говорю, суфисты мои друзья. И что я их люблю. Валлахи, это бухтан. Я просто подход сделал со стороны фикха, со стороны ильма, научный подход. Если я ему не сделал такфир, значит он мусульманин. Если он мусульманин, значит он мой брат. Хочешь ты этого или не хочешь, если он мусульманин, он твой брат, брат. Разве это не ясно? Подняли вопрос, позвонили, Абу Исхак говорит, что суфисты наши братья. Не я говорю это. Или ты скажи, что они кафиры. Все, я скажу, если ты считаешь их кафиром, они тебе не братья. Я не говорю, что они тебе заблудшие братья, они для тебя кафиры или мушрики. А Абу Исхак говорит, следуя за мнением многих ученых, которые говорят, что есть узру, что пока не донесешь худжу, нельзя ему такфир вынести. Я говорю, пока ему не такфир не вынес, он мусульманин. Если он мусульманин, значит мой брат. Однако он заблудший, он делает бид'а, он делает заблуждение. Он делает ширк. Однако с точки зрения научного подхода и фикха, и далиля, он мой брат. Хочешь ты или не хочешь, ты свою руку можешь оторвать от себя? Не можешь. Так же не можешь ты сказать, что он не брат. Если ты говоришь на него мусульманин. Если я сказал бы, что они мусульмане заблудшие, может быть они нормально поняли бы это. А если сказал я братья заблудшие, вообще по-другому понимают. А это одинаковые вещи. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, предостерегал свою умму, чтобы они, один, чтобы выносил такфир другому без довода, бедуни худжа, бедуни бурхан. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Айю мамриин кала ли ахихи я кафиру, факад баа биха ахадухума». Любой человек, который скажет своему брату, что он кафир, один из них возвращается с этим именем. «Инкана кама кала», если так и есть, как он сказал, значит, тот кафир. وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ если нету, то на него возвращается это слово. В другом хадисе пророк, саллиллаху алейху салям, говорит, مَنْ دَعَ رَجُلًا بِالْكُفْرِ тот человек, который сказал на человека, что он кафир, أو قَالَ عَدُوُّ اللَّهِ или сказал враг Аллаха. وَلَيْسَ كَذَلِكَ если это нету на самом деле так, إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ кроме как это слово вернется к этому человеку, который сказал. В другом хадисе пророк, саллиллаху алейху салям, говорит, لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوقِ пускай не обвиняет человек другого, что он фасик. ولا يرميه بالكفر и пускай не обвиняет его в неверии الا ارتدت عليه если так он сделает кроме как на него вернется это слово الا لم يكن صاحبه كذلك если он не является кафиром или фасиком. В другом хадисе пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит من رمى مؤمنا بالكفر مؤمن если обвинит в куфре فهو كقتله это как будто он убил его. Это настолько тяжелое слово это, хотя нам это стало в наше время очень легким. Мушрик сказать, кафир сказать, муртад сказать, это очень легким стало. Когда одни из наших братьев,
говорили на суфистов или кого-то из обучих, что они мушрики, кафири, мы смеялись. А когда начали наши же братья на нас говорить, муртады, и это мы знаем, о ком идет речь, оттуда эти обвинения сюда приходят, что они муртады. Нам это становится диким. Почему становится диким? Те же мусульмане, которые мы вчера считали нашими братьями, сегодня перешли на другую сторону и оттуда кидаются именами эти муртады. То же самое здесь тоже. Они забучие, ты понял истину, сюда пришел, ты обвиняешь его в муртады и кафире говоришь на них. Здесь это нормально было, а там уже это ненормально стало. И здесь тоже без довода это обвинение в куфре. И там тоже без довода обвинение в куфре. Имеется в виду довод до того, как донести до человека, что он сделал куфр, и вот довод тебе, что ты донес куфр. Таубу сделай или не сделаешь, тебе такфир выносит. Вот так должно быть решение. Также Ахлю Сунна валь Джамаа разделяют между общим хукмом и между личным хукмом. Что означает между общим хукмом и между личным хукмом? Это означает, что мы в общем говорим, тот человек, который взывает помимо Аллаха другому, он мушрик. Тот человек, который говорит, что Коран создан, он кафир. Тот человек, который говорит, что Всевышний Аллах, что Всевышний Аллах, например, скажем, не на небесах, он кафир, как Абу Ханифа, рахмаллах, сказал, и так далее. Это общий такфир. Общий такфир для того, чтобы разъяснить людям, это куфр, это ислам. А то, что касается личного человека, которого ислам для нас подтвержден. Что означает ислам подтвержден? Имеется в виду, его ислам нам известен, что он мусульманин, нам известно это. Такому человеку делать хукму, что он кафир, и общий такфир вынести, тот человек, который что-то сделал, он становится кафиром, это разные вещи, дорогие братья. Вопрос сейчас заключается в чем? Тот человек, которого ислам нам известен, как становится нам он мусульманин или нет? Я когда поехал на умра в месяц Рамадан, в мечети пророка Саусалам, одному ученому подошел я, который преподавал акиду в мечети пророка Саусалам. Я ему сказал, много упоминает шейху ислам ибн Таймия правила. «Ман сабата исламуху би якинин, лам язаль анху би шаккин». Тот человек, у которого иман для нас как бы утвердился якином, убежденностью, он не уходит сомнением. Чем утверждается иман человека, сказал ему? Он сказал шахады. «Ла иляха илляллах, Мухаммад Расулла и намазан». И он вот так указал на все люди, которые находились в мечети пророка, он сказал, все они для нас мусульмане. Почему? Потому что они туда приходят, намаз делают они люди. На хадж приехали, на умра приехали. Это хватает для того, чтобы сказать, что они мусульмане. А сейчас одного из них сказать, что он муртад и вышел из ислама, для этого нужны и условия, и отсутствие препятствий. Об этом мы сейчас говорим. И в конце он говорит, Абдуллах аль-Асари, «Валя юкафируна аль-муайяна». Определенную личность мы не выводим из ислама, такфир не делаем, «Илля иза тахаккакат фихи шурут», если в нем не будут присутствовать все условия, «Вантафат аль маваниу», и не будут отсутствовать все препятствия. Препятствия какие, братья? Препятствия, некоторые препятствия, в которых есть хиляф, некоторые есть, единогласно все сказали. Препятствия, во-первых, икра, то есть принуждение. Препятствия невежества. Препятствия толкования какого-либо текста иным образом. То есть аят пришел, он говорит, этот аят вот так имеется в виду. То есть у него есть толкование этого аята. Мы должны сначала ему объяснить, это не так означает, а вот так означает. Потом, если он таубу не сделает, такфир вынести ему. Поняли? Эти три, которые всегда Ибн Таймия, рахмату Аля, упоминает. Есть ученые, которые упомянули, конечно, разума если нет, у человека тоже такфир нельзя делать. Если человек одержимый джиннами или вообще глупый человек, если он что-то скажет, от него спроса не бывает. Даже некоторые ученые упомянули, это встречается в словах Ибн Каима и Ибн Таймия, рахмат, некоторые места, тот человек, который, следуя за ученым, сделал, то есть он считал его достоверным, порядочным, на которого можно ссылаться ученым, и следство этого человека, и он видел его как ученого, за ним последовал, сделал что-то, это тоже препятствие такфира. Сначала ему надо доказать, что тот ученый ошибся, а на самом деле истина вот здесь. Поэтому, дорогие братья, спешить нельзя в такфире. Это очень опасный вопрос. Вдруг, если он не кафир, вдруг, если мы нуждались донести до него худжу, и мы поспешили и сделали ему такфир, перед Аллахом как будешь отвечать? А этот человек шахаду произнес, намаз делает, хадж делает, закат делает, и все делает, в каком-то вопросе он ошибся. Абу Хурейра, и нельзя быть гордыми, нельзя проявлять высокомерие из-за того, что ты сегодня на хакке.
из-за того, что ты понял истину. Таким же был ты вчера тоже, который не понимал эту истину. Однако тебе объяснили, ты пришел сюда. Мы должны им объяснять. Абу Хурайра радиаллаху та'аля анху говорит, я услышал пророка, саллиллаху алейхи салям, как он говорил. Два человека, говорит, были из Бану Исраилев. Братьями были они. Побратались и всегда, как друзья, вместе были они. Один из них грешил, а другой усердствовал в поклонении. И тот человек, тот из них, который усердствовал в поклонении, видел своего друга, постоянно грешит. И говорил, оставь, хватит, прекращай совершать грехи. Фаваджадаху яуман аля дамбин. И таким образом, один день опять нашел он грешит, и нашел его, этого своего друга. Он сказал ему, хватит, прекращай. Тот сказал, халлини ва рабби, абу иста алейя ракибан. Оставь меня и моего Господа. Я отвечу перед Аллахом, имеется в виду. Разве тебя Аллах отправил надзирателем надо мной? И этот человек возгордился. То есть он посчитал себя спасенным уже перед Аллахом, а того уже погибшим. И сказал, валлахи ля ягфиру Аллаху ляк. Клянусь Аллахом, Аллах тебя не простит. Или в другом ривайте есть, ля юдхилюка Аллаху ль-джанна. Тебя Аллах не ведет в рай. Факубида арвахухума. Оба умерли, Аллах забрал их души. И они встретились у Господа миров. И Аллах сказал этому, который усердствовал в поклонении, ты разве знал меня? Ты знал, что я буду делать, кого буду заводить в рай, кого буду заводить в ад? Ты знал, кому буду я прощать грехи, кому не буду? Или ты был могущественнее на то, что у меня в руках? То есть у тебя в руках, что ли, кого завести в рай или кого в ад? Это сказал ему. И сказал тому грешнику, иди и заходи в рай по моей милости. И сказал этому, который упрек сделал тому, идите, заведите его в ад. Смотрите, что говорит Абу Хурайра, радиаллаху та'аля анху, комментируя на этот хадис. «Валлази нафси биядих, клянусь Аллахом, в чьих руках моя душа, латакаллама бикалиматин, аубакат дуньяху ва ахирата». Он сказал одно слово, которое погубило его дунья и ахира. Одно слово сказал, «Валлахи, Аллах тебе не простит». То, что ты называешь этого заблудшего мусульманина мушриком, это означает, «Валлахи, Аллах тебе не простит». То же самое слово это. Или «Валлахи, ты не зайдешь в рай». Вы представляете, что означает это слово? И нельзя в этом спешить. Я, «Валлахи, Билляхи, не отрицаю такфир». Тот, кто делает ширк, он попадает в ширк. Однако ему надо донести сначала, что он делает ширк, и требует от него таубу. Если не сделает, тогда нужно ему такфир делать. И это я в первой лекции, в котором я затронул тему узра, я это сказал. Если я человеку докажу, что это ширк, и у него не останется никакой оправдания, то есть он не скажет, ученый так сказал, это так, Куран и аят так, и что-то. Он скажет всего лишь, я нашел на этом моих предков. Я в той лекции, первой, в которой я затронул эту тему, сказал, я прямо скажу этому человеку, ты мушрик, и нет у тебя никакого оправдания. А некоторые люди, которые хотели кого-то унизить или сам стать высоким или что-то, начали обвинять, что Абу Исхак мурджиит, Абу Исхак такфир отрицает или что-то делает. Аллаху аль-мустаан. Аллах им судья. Ахлю сунна валь джама'а являются самими богобоязненными и самими остерегающимися от такфира. Ибн Таймия, рахималлаху та'аля, говорит, ахлю суннати а'ляму наси биль хакки, говорит. Самые знающие истину, ахли сунна. Ва архамухум биль халиқи, говорит. И самые милостливые к людям, ахли сунна. Мы не являемся мубтадиами и заблудшими сектантами, чтобы налево направо обвинять кого-то, этого такфира, другого мушрикам считать. Это на самом деле у них есть это. Ибн Таймия, рахмаллаху та'аля, написал книгу «Алистигата», в котором опровержение делал на то, что нельзя просить у пророка, саллиллаху алейхи салям. Этот человек, который написал эту книгу, он такфир делал Ибн Таймия. Он считал кафиром того человека, который говорит, что нельзя пророка просить. Но однако Ибн Таймия говорит, то, что он нам делает такфир, это не дает нам повода ему такфир делать. И пример, знаешь, какой пример привел? Если кто-либо сделал зина твоей сестре, ты имеешь право зина делать его сестре? Нет же. Есть определенные наказания, которые нужно ему делать. Из-за того, что он твоей сестре зина сделал, ты не имеешь права его сестре тоже зина делать. Это харам. Также, если какой-то сектант тебе такфир делает, это не означает, что ты должен ему такфир вынести.
Такфир мы вынесем после того, как будут присутствовать все условия и отсутствовать все препятствия. Вот такая вещь такфир, у нее есть условия, правила, система. Это не такая простая вещь, каждый человек может направо налево делать. Шейх Ислам ибн Таймия, рахмаллаху та'аля, говорит, это тоже в этой книге он приводит эти все слова, чтобы подтвердить то, что мы сейчас сказали. فَقَدْ يَكُونُ الْفِعْلُ أَوِ الْمَقَالَةُ كُفْرًا. Какое-либо дело или какое-либо слово, может быть, это куфр. وَيُطْلَقُ الْقَوْلُ بِتَكْفِيرِ مَنْ قَالَ ذَلِكَ فَهُوَ كَافِر. Можно сказать, тот человек, который сказал это или сделал это, он кафир. Можно говорить, так сказать. لكن الشخص المعين однако определённый человек الذي قال ذلك القول او فعل ذلك الفعل который сказал это слово или сделал это дело لا يحكم بكفره нельзя сказать что он кафир حتى تقوم عليه الحجه التي يكفر تاركها пока не будет доведено до него худжу установлено на него худжу если кто будет его отрицать тот становится кафиром. وهذا الامر مضطرد في نصوص الوعيد عند اهل السنه والجماعه. Это также распространяется во всех текстах угрозы. Где Всевышний Аллах говорит: кто это сделал, тому будет ад. Кто это сделал, тому будет наказание. Все аяты угрозы также них тоже их тоже касается это правило, говорит Ибн Таймия. فلا يشهد على معين من اهل القبلة بانه من اهل النار. Нельзя на определённого человека засвидетельствовать, что он будет в аду. لجوازي ألا يلحقه потому что есть возможность что он не попадёт туда ليش то есть почему لفوات شرط او لثبوت مانع это слова Ибн Таймии потому что может быть отсутствует условие или присутствует препятствие в другом месте Ибн Таймия رحمه الله говорит وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين не имеет права ни один мусульман вынести такфир другому мусульманину وإن أخطأ وغلط хотя он ошибся حتى تقام عليه الحجة пока не будут доведено до него худжа وتبين له المحجة пока не будут ему разъяснено правильная дорога ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بشك тот человек, кого ислам убежденно нам утвердилось то сомнением этот ислам не уходит بل لا يزول этот ислам не уходит إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة кроме как после установления худжи и отведения сомнения. В другом месте Ибн Таймия, рахима Аллах, говорит, «Фальмутаавилу ль-джахилу, толкующий тексты Кур'ана иным образом, или невежда, валь-маадуру, и оправданный, лейса хукмуху хукму ль-муаниди валь-фаджир». Его хукму не похоже на хукму упорствующего, валь-фаджир, который грешит, который упорствует, не принимает истину. Не похоже его и его хукму. بل قد جعل الله لكل شيء قدرا. Аллах Всевышний для каждой вещи сделал соразмерный размер. То есть у него положение одно, у другого другое. У каждого человека свое положение сделал Аллах. В другом месте Ибн Таймия рахмаху тааля говорит: واذا عرف هذا после того как мы это узнали, فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وامثالهم. Вынести такфир определенному человеку из этих невежд, говорит Ибн Таймия, и подобным им. Таким образом, что он является одним из кафиров, с кафирами. Таким образом, что мы говорим, что он уже муртад, что он с кафирами. «Ля яджузу л-икдаму алейхи» – нельзя это делать. «Илля ба'да ан такума аля ахадихиму л-худжату р-рисалия» – кроме как после того, как установится на него пророческая худжа, «аллати юбайяну биха лахум» посредством которого им разъясняется, что «аннахум мухалифуна лир-русуль» – что они противоречат этим пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. «Ва ин канат макалатухум» – добавляет Ибн Таймия. «Хотя то, что они говорят, хазихи, ла райба аннаха куфр» – нету сомнения, что это куфр, то, что они говорят. «Ва хааказа л-каламу фи джами'и такфири л-муайянин» – и это касается всех людей, определенных людей, в адрес которого мы хотим вынести такфир. Это слова Ибн Таймии, рахмаху тааля, маджму'у ль-фатава, в разных местах. Все эти слова, которые я привел, маджму'у ль-фатава находятся. Один в 35-м тому, другой в 3-м тому, другой в 12-м тому и так далее. Другой в 12-м тому. И в общем, это все находится в книге маджму'у ль-фатава. Еще один вопрос затронул шейх Абдуллах аль-Атари. «Валь-куффару фи-шар'и синфани».
кафири в шариате делятся на две части. Куфарун аслиюн. Кафири, которые в своей основе кафири. То есть в своей основе они неверные, даже не зашли в ислам. Это одна категория. Это одна категория. Как огнепоклонники, идолопоклонники, иудеи, христиане, им подобные все, которые никакое отношение к исламу не имеют. فَهَاُولَاءِ قَدْ دَلَّ عَلَى كُفْرِهِمُ الْكِتَابُ وَالسُنَّةُ وَالْإِجْمَاءُ. И Коран, и Сунна, и Иджма указывают на то, что эти люди кафиры. И мертвые из них находятся в аду вечно. И для них запретным является рай. وَأَمْرُهُمْ مَعْلُومٌ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ. И их вопрос известен из религии необходимым образом. Таким образом, что человек, если скажет, христианин тоже является верующим, он не является неверным, это сам становится кафиром. Если скажет кто-то, идолопоклонник, он не является мушриком, он является тоже верующим, он в свои боги верит, этот человек сам становится кафиром. Вот в этом вопросе мы пользуем то правило, которое говорится, «Маллям юкафир ль кафира фахуа кафир», тот человек, который кафира кафиром не считает, сам становится кафиром. То есть настолько ясным должно быть куфр. Настолько ясным должно быть куфр. Например, как куфр тех людей, которые говорят, что Аллах вместе с нами смешан. Мы Аллах, Аллах мы и так далее. Вот такие люди были мерзкие, которые все рамки разума, которые перешли. Шейх ль-Ислам ибн Таймия, рахмаху та'аля, говорит, их куфр яснее, чем куфр иудеев и христиан, говорит. И тот человек, который не сделал им такфир, сам становится кафиром, говорит. Вот по отношению к таким людям мы пользуем это правило, тот, кто не считает кафиром, сам становится кафиром. А в вопросах, которые нужно разъяснение, отведение сомнений, установление худжи, нельзя говорить, тот человек, который его такфир не сделал, сам становится кафиром. Вторая категория какой кафиров? Аль-муртаддун, которые стали муртадами. Это люди, которые зашли в ислам, с другой двери вышли из ислама. У них отдельные ахкамы есть в шариате, у них даже жестче ахкамы в шариате, чем обычные в своей основе, которые кафиры. И еще один вопрос, который касается этих людей. Кафиры, которые в своей основе кафиры, их не оправдывает их невежество. То есть тот человек, который не принял ислам, он является кафиром, даже если он не знал об этом. Мы говорим на них кафиры. Перед Аллахом, может быть, Аллах простит его, оправдает, потому что Всевышний Аллах говорит: «Вама кунна муаддибина хатта набаса расуля». Мы не будем наказывать никого, пока мы не отправим посланника. Если до него не дошел посланник, или тот человек, который заменяет посланника, ученый или кто-то, дават, который делает. Это может быть Аллах его оправдает. Однако мы называем его кафиром, и ахками, все ахками, правила и отношение к нему будет как кафиру. А тот человек, который принял ислам, и соблюдает ислам, однако по своему невежеству или по причине своего толкования какого-то довода, иным образом попал в какой-то вопрос ширка или куфра, или в что-то, по своему невежеству или по своему тавилю, то этот человек, его оправдывает невежество, и ему надо объяснить. Мы должны, иди сюда. Вот эту вещь ты делаешь, Всевышний Аллах так говорит, пророк так говорит, ученый так говорит. Почему ты это делаешь? Если он скажет, потому что ученый какой-то так сказал, мы объясняем ему, это ученый не это имел в виду. Если он скажет, в хадисе так сказано, мы говорим ему, это хадис слабый. Таким образом мы устанавливаем худжу. После того, как мы установили худжу, как бы развеяли его сомнения, если он не делает таубу, это человек муртад, это человек мушрик. Также некоторые начинают разделять. Куфр, если сделал, есть узру ему. Ширк сделал, нет узру. Это что за вообще, откуда это взяли они? То есть мы как сказали, человек выходит из ислама лицемерием, если он внутри не верит, а сказал, как будто верует. Или человек отрицает что-либо из религии, не верует в что-то из религии, будто это своим высокомерием, будто отворачиваем, будто издевательством, будто ненавистью, как мы сказали, в виде куфра. Или ширк делает, предает Аллаху сотоварища. Это же все приводит к чему? К ридде. Даже это все куфр является. Однако некоторые люди начали говорить, в ширке говорят, нету узра. А в куфре есть какая-то узра. Таким образом начинают оправдывать тех людей, которые судят не по закону Всевышнего Аллаха. Им узру есть, говорят. А тем людям, которые попали в ошибку, ошиблись и взывают помимо Аллаха другому,
им нет узра. Откуда эти двойные стандарты появились? Если ты говоришь, нет узра, то скажи, везде нет узра. И скажи, есть ученые, которые так говорили. Это мы признаем, что были ученые, которые пришли позже. Из учеников Ибн Абдель-Вахаба, и которые пришли позже. Которые говорили, нет узра. Есть ученые, которые говорят, есть узру. Если ты говоришь, есть узру, скажи, везде есть узру. И в куфре есть, и в ширке есть, и в нифаке есть. Если ты говоришь, нету узра, скажи, и в куфре нету, и ширка нету, никогда, нигде нету узра. Вот так должно быть это. А эти двойные стандарты нельзя делать. Кому-то есть узру, кому-то нету узру. В каком-то вопросе есть узру, в каком-то вопросе нету узру. Куфр и ширк, какая разница? Никакой разницы нету. Те люди, которые между куфром и ширком разделяют и меняют ахкам и ширка и куфра, это заблудшая акида, за акида мутазилитов. В общем, я думаю, поняли. То есть мы еще раз говорим, в этом вопросе есть хиляф. И еще раз, еще одну вещь хочу добавить. Узру, дорогие братья, нету такой, у меня тоже такой акида нету. Везде есть узру. Я говорю, есть в определенных есть узру, есть в определенные места, где нету узра. Почему нету узра? Потому что там все знают, что это ширк. Нету им узра. Есть определенные места, где не знают, что это ширк. Наоборот, они думают, что это приближает их к Аллаху. Так объяснили им их ученые. Поэтому мы говорим, до них донести надо. А этим людям с школы, брат, со школы первый класс человек уходит, усулю саляса учат этого человека. Оттуда же на тавхиде этот человек вырос и учили его тавхид. Этот человек, как можно сравнить? Поэтому Ибн Тайми говорит, «Вали куллин джа'аля Аллаху кадра», каждому Аллах сделал соразмерный размер. То есть у него свое положение, у него свое положение. В Дагестане даже может быть. В одних местностях нет узра, в другом местности есть узра. Смотря на активность да'вата и смотря на худжу, дошло ли или не дошло. Это относительный вопрос. Узр – это относительный вопрос. Относительно времени, относительно места меняется этот вопрос. И нет у него определенного хукма везде и как шаблон. Под ним все идет. Валлаху та'аля а'ламу, альхамду лиллахи, раббиль аламин.